Долг Родине, честь никому. Такому девизу следуют воспитанники кадетского класса Сходнинской школы-интерната. Свой праздник они отметили большим концертом, на котором показали, чему научились за время, проведенное в учебном заведении. На мероприятие пригласили почетных гостей и кураторов. Слово Екатерине Юшиной. Этим и другим виртуозным номерам учащихся кадетских классов обучают на дополнительных занятиях. Игра на музыкальных инструментах, песни, боевые искусства. Времени хватает на все, говорит Александр Карпов. Сегодня он на сцене и в свой праздник исполняет марш кадетов. Учеба юноше нравится, несмотря на строгий распорядок дня. Занятия карате-самбо у нас еженедельно, то есть карате два раза в неделю, самбо один раз в неделю. И танцами тоже занимаемся. Коллектив хороший у нас, то есть... Все хорошо общаемся, дружно, класс. Поздравить учащихся и их преподавателей прибыли почетные гости, кураторы от Следственного комитета России и представители местных органов власти. Радует, что ребят воспитывают не только спорту, не только учат, но еще и приобщают к культуре. И мы сегодня видели, как они танцуют бальные танцы, это впечатляет. Не зря императрица в 1732 году учредила... Наверное, кадетский класс, потому что она действительно видела будущих граждан Российской Федерации, тех защитников, которые, надев мундир, исполняют свои обязанности. Помимо культурной, руководители учебного учреждения провели экскурсионную программу для Олега Шахова и других почетных гостей. Они побывали в учебном корпусе, в зале отдыха и в спальных классах. Материальную базу необходимо обновить, отметил глава Химок и пообещал, что со стороны администрации кадетскому классу будет оказываться поддержка. Екатерина Юшина, Алексей Козеров, служба новостей.